утверждаете, что вы были водителем? Да, я был водителем в тот момент. В тот момент, когда вы управляли утром этим транспортным средством? Да, я ехал в ночную смену. Ехали откуда, с работы? Ночную смену, да. Ехал я не быстро, километров, наверное, 30, может, 35. Угу. Ну и все, проехал по Советской, вернул на Советскую 82, где стоит свечка, припарковался на парковке, вышел, дошел до Пятерочки, ну, дошел до поворота, Пятерочка не работала, поднялся домой. Я уже 10 раз говорил, там, если я заметил какого-то человека, лежачего либо сидячего, я бы, конечно, остановился. Мне сначала сказали, что я его переехал, потом я его объехал, потом я его бортанул. Видишь, посинело. Посинело — это самое... Посинело — это кровь, определение крови. Это прям самое свежее, самое яркое. Когда оно менее голубее, менее ярко выражено, это уже... Вот следы волочения пошли. И вот... кровь на балке.